Всем привет-привет, вы на канале Маргуштова, и сегодня я в фикс-прайсе буду покупать за то, что проголосуют подписчики в Инстаграме. Да, скоро Хэллоуин, поэтому будем покупать товары для Хэллоуина. И я нашла тут очень прикольные штучки. В первом магазине очень мало штучек, но я хочу купить вот эту резиновую, как сказать, антистресс-тыкву, рожки, так, о, маска. Прикольная. Может быть, это что? О, копилка. Прикольная, но тогда я потом из нее деньги не достану. Что тут еще прикольное есть? Так. Это как в прошлом году. О, шарик. Очень прикольный и миленький. Совушка. И, может быть, его возьму. И я сделала голосование, и все проголосовали 75%. Точнее, вот, за вот этих штучек, чтобы я их купила. И я решила купить ее, потому что многие проголосовали. Еще я хотела задать вопрос с шариком, но почему-то интернет не работал. Мы решили пойти в другой фикс-прайс. Я захотела эту штуку, потому что я ее забыла в том магазине купить. И все проголосовали за нее. Но, блин, как сказать... Мама забыла, положила ее или нет. Из-за этого пришлось, как сказать, подумать, но все-таки мы ее не купили. Я говорю маме, чтобы я хочу вот эти пальчики, чтобы мама их носила на Хэллоуин, я, возможно, буду выкладывать фотки. Так вот, и у меня опять не работал уже интернет, потому что это было очень далеко от дома, и я решила купить вот такие штуки. И я попросила маму, чтобы она достала вот этого вампира. Так вот, я положила все в коробку, я уже все померила тут, открыла. Вот такие штучки я все-таки решила купить, потому что у меня интернет не работал, и из-за этого не смогли голосовать. Они вот так вот как-то одеваются, блин, мне не очень удобно держать камеру и одевать их. Их надо зарядить под штукой, под лампой, и они будут светиться. Вторая вот эта вот штучка, если ее как-то ударить, блин, тогда она будет светиться радужно. И вот этого чувака-вампира я повешу на дверь сюда. Мне кажется, он как раз будет такой, потому что он 130 сантиметров даже выше меня. Эти колготки я уже померил, поэтому... Так вот, все, что можно было купить в фикс-прайсе, но это у нас не продавалось. Надеюсь, у вас это продавалось, потому что очень крутые штучки. Ну что, еще я приготовила свои штучки и вот такой вот... тыковку. И здесь вот такое вот приведешко на пальчик. Как его делать, я, возможно, выложу свой инстаграм. Ссылку на мой инстаграм оставлю в описании. Если вам нужна ссылка на что-нибудь другое из моих соцсетей, я вам оставлю. Я иду в лайки в инстаграме, в дискорде и, конечно же, в ютубчике. Всем пока и с наступающим Хэллоуином!